Здравствуйте. Мы продолжаем проходить Bright Island, и это второй секретный уровень. И он маленько уродлив. Но обо всем по порядку. Итак, начинаем. Опять же в пещере. Благо, она не такая большая. Выходим наружу. Сразу прицел направляем примерно вот сюда, потому что там появится вот этот гад. И также побегут гнары и скелеты. Я предлагаю сосредоточить огонь на скелетах. Гнары сами будут попадаться. Главное — двигаться. Ну или... да. Их что-то слишком много. Порежем их, я думаю. Вы можете заметить, что на них некий эффект, они как-то по-другому выглядят. А это фишка данного уровня. То есть здесь все, ну, как все, некоторые враги обладают свойствами различных элементов. То есть гнары и скелеты замораживающим эффектом. То есть если они вас ударят, дотронутся или еще как-то, то вы будете идти медленнее. Также здесь есть враги огненные. Соответственно, если не подойдут к вам слишком близко, то подожгут. Итак, вот это дерево будет нам мешать. Увидите почему. Вот на той скале появится еще один зеленый гад. И огненные кукурбиты бегут к нам. Также гнар и немного скелетов. Вот гнар меня коснулся, я немножко медленнее стал идти. Не смертельно, но... тем не менее. Там невдали еще, они нас не видят. Примерно такой же эффект будет на некоторых врагах, если играть в режиме Укзан. Это новый и по уровень сложности для Serious Revolution, который открывается после прохождения на Serious. Ну, как бы, если хочется, можно и в него поиграться. И... да, потихоньку открывается уродливость этого уровня. Ух ты, они отражение даже в воде сделали. Миленько. А вот здесь сердце лежит. Оно не секретное, кстати, но полезное. Скоро мы рассмотрим эту гору поближе. К сожалению. Итак, хватаем пушку. Тут же пускаем ее в дело. Потому что быки и биомехи. Еще один должен появиться. Угу. Итак, здесь будут еще биомехи, также маленькие, и в какой-то момент пролетят гарпии. Ой. Вот гарпии, собственно. Снова появились большие биомехи. Нужно обращать на них внимание. Поэтому тактически отступаем. Собираем припасы, которые на этой поляне расположены. И одна из
достопримечательностей, скажем так, этого уровня. Это вот этот водопад. Прекрасный. В кавычках. Да. Ну да ладно. Нам нужно спуститься к той деревушке. Итак, здесь появится демон и пара бомберов. И зумбл он там. Далее проходим сюда. Тут будет тоже несколько солдат и эти вот ребята. Зорги. Здесь при неосторожности можно потерять достаточно много здоровья. Но мы были успешны. Итак, наступаем на эту кнопку. Нам нужно найти еще одну. А для того, чтобы пустить вот этот вот мост, перейти вон туда. Вот, собственно, эта кнопка. Там сюда подойдем, здесь появятся вот ребята в домике. И здесь я хочу положить немного мин. Увидите почему. Нажимаем на кнопку. На минах там подорвался. Замечательная идея посреди боя катсцены вставлять. Просто потрясающая. Так дезориентирует, если честно. Да ладно. Здесь появлялся зумбул. Он взорвался на минах. Ну да ладно. Мост проложен. Проходим сюда. Но осторожно. Появляются скорпионы. Быстро их убиваем. И принимаем скелетов. Итак, здесь будет рептилоид. Шлем его обратно. И самая веселая часть. Вот. Это канатная дорога. Весьма развлекающая. Ну, нас тут будет развлекать, конечно же. Вот здесь, допустим, появится рептилоид очередной. Вон там вдали летающие рты с глазом. Платформа движется довольно быстро, поэтому они за нами просто не успевают. Вон там еще появится рептилоид прямо сейчас. А также гарпии. Самое забавное, что здесь можно стоять практически на месте, опять же потому, что платформа движется чересчур быстро. Гарпии не успевают долетать, и их снаряды тоже. Эта гора прекрасна. По-моему, ее высекали чем-то. Ну да ладно. Только эта платформа привезет нас вот к этому островку, нас будут встречать. Немного солдат и зоргов. Далее поднимаемся здесь. И тут у нас встречный комитет.
Приветственный, точнее. Далее на нас нападут скелеты. Безуспешно, конечно же, но они хотя бы стараются. Оттуда побегут быки. Они будут появляться и появляться, пока не появятся все по очереди. Но мы их ждать не будем, это скучно. Сейчас здесь появится этот парень. И мы будем стрелять в него, параллельно отстреливаясь от быков. Ой. Стараемся не ловить шары, конечно же. Эй. Вот так лучше. Обожаю эту винтовку. Так, и вроде все. Так. Дальше. Вот здесь вот внизу находится единственный секрет на этом уровне. Но осторожно. Как только мы возьмем эти прекрасные предметы, появится вот он. Я был неуспешен, к сожалению, ядра столкнулись друг с другом и меня задело взрывом. Но бывает. Здесь сейчас появится демон на этой горе. И еще один, как вы слышите, вот здесь. Опасно, шарики летают. Ну, здесь креативный противник. Два ядра для него. Там появится неприличное количество зоргов. Отомстим ему за третий уровень. За углом подальше прячутся гнары и рептилоид. Думаю, просто минигана должно хватить для них, для всех. Хотя... И вот здесь еще одна гениальная идея на этом уровне. Это выкрутить яркость солнца. Наверняка, чтобы не видеть этих гарпий. Я сомневаюсь, что так задумано, и они это сделали случайно, просто для того, чтобы уровень казался ярче, но посмотрите на это. Ну да ладно. Здесь должны появиться големы, скелеты. А, секундочку, скелеты на другой платформе появятся. Извиняюсь, забыл. Да, по-моему, следующий рывок. А, нет, здесь мы спускаемся вниз. Там будет опять механоид с
ядрами. Но здесь довольно опасен, потому что ядра тут каким-то образом отскакивают от стен. Стены сзади и... В прошлый раз они приземлились прямо на меня. И лягушатники. Да. Мы их любим. Вообще, на самом деле, идея мне нравится. Этих лягушатников. У нас есть раздражающие враги. Это лягушки. И есть существо, которое плодит раздражающих врагов. Никого не напоминает? Ну, если вы не знакомы с Думом, то это Pain Elemental. Ну да ладно. Да, вот здесь скелеты с големами. И тут големы как-то странно появляются, они два в одном. Так, я путаюсь в оружии почему-то. Я думаю, мы раскатаем. Благо, водяные големы слабее, чем все остальные. Хотя я не уверен насчет каменных. Ну ладно. Это прошло так себе, если честно. Ну, ничего. Я думаю, мы справимся. Я забыл про этих гарпий. Пока я их расстреливаю, наслаждаемся видом необычайно красивой горы. Здесь, собственно, быки, курбиты и немного солдат, но помним, что снайперка наш лучший друг. И она делает этот бой просто смешным. Что такое? Они прям не хотят кончаться. Но я их убедил. Сердечком. Соответственно, его туда положили не просто так. Уже учит, а? Я опять путаюсь в оружии. Ну и такое сегодня. Так, я пошел. Я немножко не понял, обо что взорвалась ракета, потому что шарики водяных големов вроде не долетели. Ну ладно. Воздушные големы раздражают больше всего, они
никого не порождают, конечно же, но они самые живучие. Здесь еще одна канатная дорога. Еще более скучная, чем предыдущая. Пока насладимся красотами этого уровня. Я не знаю, по-моему, кто-то очень-очень торопился его доделать. А, ну да, и здесь вот эта гора великолепная, которая не определилась, как она хочет выглядеть. Зато мы добавили русскую локализацию. В игру, где, в принципе, читать ни о чем ничего не нужно. Ну, да ладно. Кто я такой, чтобы судить? О, гора определилась. Да, посмотрите. Здесь еще одно сердце. Довольно мило. И на этой роскошной поляне появится несколько врагов. Один из которых редок и интересен по-своему. Мы его встретим с этими пирожками. Так, наступим на эту кнопку, чтобы вызвать еще одну платформу. Как будто их мало. Солдаты больше не появляются. Добиваем скелетов. И ждем появления сильной независимой алдрадской самки. Да. Не то чтобы мины много вреда ей нанесли, но она практически всю свою короткую жизнь была в ошеломлении и даже не выстрелила ни разу. Вот и платформа. Женщина предлагает насладиться красотами. Вот там, кстати, лежат боеприпасы и два сердца, одно за деревом. Сейчас должно быть видно, да. Не знаю, зачем два, но спасибо. Ну и, собственно, там выход. Отражение в воде, да. Я не знаю. Такое чувство, что действительно это последний уровень, который они делали, знаете, лишь бы выпустить побыстрее. Непонятно, правда, куда торопиться. И так все понимали, что ждать очень долго. Я бы подождал еще месяцочек, лишь бы... Или... Два месяцочка или больше, лишь бы привели в нормальную форму этот уровень, да и вообще все дополнение, потому что у меня возникают вопросы с предыдущим уровнем, то вот с этим гораздо большим. Он похож на какой-то из уровней в Альфе, я помню, там тоже было что-то вот с такими островками высокими. Если вот на первом секретном уровне заморочились, переделали прям красиво, вопросов нет, а вот здесь как-то... Я не помню, в Альфе был такой уровень или нет, но похожее что-то было. Сейчас просто взяли, вот, туда перебросили и все.
Это вот гора потрясающая, которая там рубанком выпилена. Или топором. Ну, в общем, да. Зато здесь нет поломанных спаунов. Да, то есть тут все убийства. Потрясающе. Это еще одно доказательство того, что этот уровень делали на скорую руку. Просто как появляются поломанные спауны? Делают зону какую-то на уровне, да, вот. Потом такие, нет, давайте переделаем, там убрали врагов, там вот это вот все. Поставили новых. Но спауны убрать забыли. Бывает, ничего страшного. С оригинальной части Сэма мы уже все привыкли. Хорошо. Ну а здесь просто... Это видно даже по боям, что понатыкали врагов просто, чтобы они были, чтобы создать какую-то иллюзию сложности. Здесь можно, можно, конечно, умереть, но чаще это какие-то курьезные случаи. Как, например, вот если помните, когда спускаешься на этом лифте, где появлялись два лягушатника и биомеханоид с ядрами, это ядро, оно, похоже, отскочило от стены сзади и... Как-то вот сверху на меня просто приземлилось, вот, вот именно сверху, вот, вот точно вот так вот. Но, благо, над последним уровнем они поработали нормально. Как раз таки, следующий уровень, последний. Так что, жду вас там. Спасибо большое за просмотр и всего хорошего.